він дійсно унікальний через те, що режисер і актор, письменник, поет, співак. До речі, дуже такий цікавий факт, він єдиний з їхньої команди, от з хлопців, які свого часу організовували телекомпанію «Ніс ТВ», не історик. Тобто основна маса їх всі, вони вчилися на факультеті історії права. Юра закінчував фізмат. Але зараз серйозно історією, етнографією рідного міста займається саме він. Я б хотіла писати книги як мій папа, щоб вони пользувалися такою ж великою популярністю, як папіні книги, і знімати фільми так же хорошо і удачно, як мій папа. Що пов'язує нашого героя з головною вулицею міста, дивіться у програмі «Просто люди» інтерв'ю з Юрієм Любаровим. Это дом, в котором вы прожили сколько лет? Это ваше детство тут прошло? Да, да. Мне было 10 лет, мы сюда переселились в этот дом. Мы жили в соседнем доме, в этом же дворе. Потом в 1975 году переселились сюда. И здесь я прожил 20 лет. Потом мы уже разъехались. У нас семья, к сожалению, немножко уменьшилась. И мы разъехались в разные стороны. Но вот в этом доме прошла моя молодость, детство. Советская 13, номер 13, абсолютно счастливый номер. Вот, никаких проблем у меня с этими номерами никогда в жизни не было. А квартира? Номер? Квартира 122. Я все помню. Я помню все свои адреса, по которым я жил. Я серьезно занимался химией. В какой-то момент, когда появилась химия, у нас был замечательный учитель химии, великолепный. Он уже тогда был пенсионного возраста, он уже был взрослый, опытный. Он такой большой мужчина, такой, ну, там, старший на, там, нужно в дедушке практически годился. Вот он так закатит, так вот очки, вот так вот поднимет глаза, вот так вот руку на кран. А у нас такие классы химии настоящие. Класс такой, у каждого эти рукомойники, эти краны, ну, чтобы можно было мыть эти колбочки, все. Ну, то есть не так, как сейчас на партах сидят, вот это, а мы смешивали все эти реактивы, мы занимались серьезной химией. И вот он так положит руку на кран, вот так вот встанет, глаза закроет и вещает, что-то рассказывает. А всем так интересно, и все слушают. Как-то вот химию очень любили. И я занимался химией. Несколько человек у нас в классе очень серьезно занимались химией. Мы ездили на Олимпиады. Я там был даже как-то призером областной Олимпиады. Ну, до всеукраинской не дошел, но я очень любил это дело. Это было просто вот волшебное. Мы дружили с лаборантом по химии. Мы там проводили дни и ночи в этой лаборатории. У меня дома были все эти колбочки. Родители покупали. На дни рождения мне дарили все эти наборы юных химиков. Я из школы что-то тащил. Это вот это и есть музей сегодня. А еще музей – это то, что лежат там в складе, в подвале и на чердаке. Еще лежат такие чемоданы, вот забитые вот таким вот этим самым. А это настольные книги, на которые я опираюсь. Это книги Крючкова. Когда что-то пишу, и мне надо подвериться, вот я как это читаю книги Крючкова. А вот какие-то фотографии. А, какие-то фотографии. Из этих фотографий выйдет сейчас статья. Эта фотография – это Вахтанг Кипяни. Известный журналист и коллекционер газет. Он был во Львове и купил вот эту пачечку фотографий. Здесь два десятка фотографий. И просто подарил мне, и мне привезли их от него. Это фотография, это домашний архив вот этого парня. Его зовут Олег Юргин. Это боксер. Он учился в Николаеве, в НКИ. И я ничего о нем не знал, пока не начал копаться. И это очень интересный человек. Он в свое время встречался с Анной Ахматовой. Он, оказывается, большой любитель ее стихов. Он ездил специально к ней на встречу. Он что-то ей... Вот эту историю буквально там на ближайшее время должна выйти в «Вечернем Николаеве». Вас недавно назначили директором сказки. Да? Ну, вы говорили, что вы и раньше здесь работали. Да. А теперь расскажите подробнее, почему вас назначили директором и сколько лет тому назад вы тоже работали в сказке и кем? Я работал здесь в конце 80-х. Я работал 2 года художественным руководителем детского городка «Сказка». Тогда это был не отдельный городок, тогда это был отдел в составе областного дворца судостроителей, тогда назывался, дворец Черноморского завода. Тогда был там такой отдел, и вот этот отдел управлял этой сказкой, я там был художественным руководителем. Потом наступило время кооперативного движения, время театров в студии, и я ушел в свободное плавание, работал в театрах, потом пошел на телевидение, а все-таки спустя много лет, но тянет. У
вас ностальгия, да? Ну, не то, что ностальгия, но скажу вам честно, что наступает такой момент, когда хочется что-то, ну, вот там, ну, написаны книги, написаны альбомы, сделано много такой, ну, будем говорить, виртуальной, да, такой, идеологической, ну, я не знаю, как это, такой вот работы, бумажной, текстовой. А хочется попробовать себя и сделать что-то такое материальное. По-прежнему, вот несмотря на то, что много лет прошло, но сказка – изюминка Николаева. У меня было два прозвища, которые тянулись очень долго, до, ну, как бы вот это. У меня было, значит, профессор, и у меня было еще, был такой фильм «Старая крепость». «Старая крепость», и там одного из героев звали Юзик. Вот у меня вот еще и Юзик. В конце 90-х я поехал в Киев. Я работал в Таврийских играх. Я поехал в Киев работать в Таврийские игры с музыкальным проектом. Девчачий квартет. Написали альбом, написали музыку, написали песни. Я поехал их продюсировать. Мы буквально там пару лет там поработали по всем, как бы вот с Таврийскими играми. Девочки стали чемпионы Черноморских игр. Начался уже потихонечку такое восхождение. Ну, как бы шоу-бизнес делать такое сложное. Человеческие отношения, творческие отношения, как бы. Проект рассыпался, ну и мне перестало это быть интересным, в принципе. Все, что хотелось. То есть хочется в жизни все попробовать, да? Попробовать там шоу-бизнес, как оно все. Ну, там где-то войти, потусоваться, пройти. Зашел, посмотрел. Ну, это не стоит, как это, неинтересно. Лучше, как это, вернулся в Николаев. И вот где-то еще в 2008-2009 году была еще одна попытка у меня уехать в Киев. Именно вот работать уже в кинопроизводстве. Я тоже выдержал 2 года. 2 года выдержал, все равно вернулся в Николаев. А вот здесь вот, возле этого дома, где сейчас газон, когда-то стояла будочка, диспетчер такси, таксопарка. Вот напротив, через дорогу была остановка такси, съезжались эти большие «Волги» такие страшные, такие вот там сели такие дяди, такие таксисты. Вот, и диспетчер что-то там, не знаю, может, она заказы тогда принимала, я не помню, это было такое время еще. А потом, когда уже конец 80-х, начало 90-х, 91-й год, когда вот этот тяжелый год, вот этот вот развал Союза, этот финансовый кризис, подорожание, все. Это все, вот эта идея, тема такси, она, в общем-то, умерла. Люди перестали ездить на такси, у людей не было денег, цены как-то так на транспорт сильно выросли, и эта будка оказалась закрыта. То есть диспетчер перестал появляться все реже, и реже появился диспетчер, потом он закрылся. А я в это время, у меня был театр. Мы занимались театром, гастролировали по Украине, по Белоруссии, в Крыму были. И вот как раз в этот момент вот развала этой финансовой системы произошла такая ситуация, что мне пришлось закрыть театр. Потому что стоимость билетов уже никак не окупала тех расходов на гастроли, которые были у нашего театра. И я остался без работы, и жена моя осталась без работы, а мама была уже на пенсии, учитель. И как бы наступили такие короткие, но очень голодные времена, когда даже, ну, как бы денег взять неоткуда практически. И я пошел в таксопарк, пришел к директору таксопарка и говорю: у вас там есть будочка на Советской? Он говорит: ну, есть. Я говорю: давайте я буду вам за нее платить там, не помню уже какую сумму там в месяц, а вы мне дадите ключи. Ну, то есть мне ничего от него больше не надо было, ни документов, ничего, время было такое лихое, интересное. Он говорит: хорошо, вот тебе ключи, значит, будешь там раз в месяц сюда привозить энную сумму. Я пришел сюда, потом в 3 кварталах отсюда мой знакомый держал продуктовый магазин. Один из первых таких вот новых продуктовых магазинов, где были шоколадки турецкие, где были какие-то жвачки, какие-то там напитки модные иностранные, привезенные то ли из Турции, то ли из Польши, то ли из Словакии, уже не знаю откуда. Я пришел к нему и взял у него продуктов на реализацию. И открыл здесь ночной киоск. Когда в городе Николаеве после 8 вечера закрывались все продуктовые магазины, магазин «Сотка», понятное дело, тогда тоже закрывался, как все обычные гастрономы, на Советской нигде нельзя было купить там ни воды, ни сигарет, ни жвачек, ни шоколадок, ничего. По-моему, алкоголя у нас не было, по-моему, ни пива, ничего такого мы не торговали этим. Или не было это вообще было там кризисное время. И все, и мы здесь работали
Днем мы работали ни шатка, ни валка, люди шли в магазины, а ночью приходили к нам, потому что купить что бы то ни было где-то в этом районе в центре не было. И вот таким образом мы с семьей немножечко зарабатывали денег прокормиться. Съемки в кино – это такое, как отходы производства получились, потому что я приехал несколько лет назад, у меня была попытка свои сценарии донести до кинопродюсеров. Я приехал в Киев и начал реально работать с одной из кинокомпаний, начал редактировать сценарии, которые там у них были, предлагать свои. Ну, как бы, ну, и попутно, мне было интересно поучаствовать в процессе, я поработал в качестве актера, эпизодической роли, актера второго плана в нескольких. Это были украинские сериалы. Мы были первой телекомпанией в Николаеве, которая перешла на нелинейный монтаж. То, что сегодня для всех это очень просто и в компьютере может каждый смонтировать, тогда все это монтировалось где-то пальцами с магнитофона на магнитофон, где-то другими методами, вот, пультами. А мы купили нелинейный монтаж, заказали ее за границей, она приехала в Киев, мы поехали туда учиться, нас учили с ней работать. Там, ну, такую башню, вот такая башня это была, мы ее там загрузили в машину, везли ее из Киева, очень медленно, долго налаживали. Ну, в общем, это было очень, какой-то такой процесс занимал подготовки больше, чем потом. А потом это все бац-бац-бац-бац-бац, и все это как-то стало легко, быстро, любой ноутбук берешь, и через 10 минут у тебя сюжет готов. У нас была группа живая в школе. У нас был ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль. Руководил ансамблем Юрий Черепухин. Это замечательный преподаватель, он сейчас работает в музучилище, он, по-моему, то ли заведующий кафедрой, то есть он известный преподаватель, он известный музыкант. А тогда он у нас работал руководителем кружка вокально-инструментального ансамбля. И попасть в этот кружок, это было большой честью. Я там играл в третьем или в пятом составе на электрогитаре. Потому что, чтобы тебя допустили на электрогитару, это надо было уже уметь. Поэтому мы все сидели, что-то там учили, учили аккорды, ковыряли. В 88 году у меня был огромный кооператив. У меня был культурный кооператив, и мы делали концерты, мы делали лекции, мы делали там большие выступления. Мы там точно даже занимались какими-то небольшими строительными работами. Мы построили в Коблево тогда первые раздевалки. Да, у нас... Вы лично строили? Я лично их вкапывал. Я их лично проектировал. Наш режиссер Саша Субботин, это вот он взял где-то механизм, взял коробку от пиццы, нарисовал на ней циферблат. И теперь у нас такие часы. Что-то не стоят, надо батарейку, наверное, поменять. Вот, на них теперь всегда у нас 7 утра. Бам-бам. Или 7 вечера. У нас было общественное объединение «Крик». Вот. Мы когда начали делать телевизионную программу «Крик», это была такая первая, актуальная, ежедневная. В ней было много криминальных историй и так далее. То есть эта передача стала там рейтинговой, саморейтинговой. То есть людям, к сожалению, да, там очень интересно смотреть на то, что происходит криминального. И вот на этой волне популярности вот, один из членов нашей команды сказал: так, на этой волне, значит, мы, значит, сейчас сделаем общественное объединение «Крик», мы, значит, выдвигаемся, идем в городской совет вот так вот всей пачкой. Ну, еще там много людей, других разных людей, и даже действующие сегодня депутаты, и много людей было в этом общественном движении, потому что они поняли, что есть некая, ну, как бы рекламная фишка, и под этой рекламной фишкой можно организоваться. И как бы пошли все в городской совет. Несколько человек прошло. Ну, в принципе, они и сейчас депутаты городского совета. Им все равно, с какой партии идти, с этой, с пятой, с десятой. Вот, а я благополучно, и мы все остальные, вот, именно члены нашей команды телевизионной, мы все благополучно проиграли, каждый в своем округе. Несколько сценариев у меня есть, несколько пьес, одна из них поставлена в Николаеве. Вот одну пьесу я обещал ребятам осенью, они поставят. Я пообещал им еще раз на осень веселую комедию. Вот, и даже название им уже сказал, как она будет называться. Это называется «Город невест». Вот, это про Николаев. Такая тоже будет авантюрная комедия. Веселая, легкая, может быть, даже что-то вроде водевиля. Вот, ну, из современной жизни. Для меня Николаев сегодня – это город надежды. Потому что сегодня мы живем только надеждой. У нас сегодня нет промышленности, у нас сегодня, к сожалению,
проблема с бизнесом в Николаеве, у нас не работает аэропорт. Это один из показателей того, что Николаев никому не интересен в бизнес-плане. У нас наши ворота города, они разрушены. Если мы посмотрим на наш Николаевский железнодорожный вокзал, на автовокзал, если мы посмотрим на наши... У нас нет порта гражданского, у нас есть морской торговый порт, но это как бы к воротам города, ну как бы экономические ворота города, такое дело. Я имею в виду, человеческие ворота города у нас разрушены. Это главный признак того, что у нас сейчас, к сожалению, мы находимся... Поэтому мы живем только надеждой. У программе «Просто люди» был режиссер, краєзнавець и просто Юрий Любаров.